пока наша крольчиха хомячит, попробуем посмотреть, что же у нас тут происходит. Так, это плохо, мех. Подойди ближе. Вот наши кролики. Я в перчатке, чтобы они запах, чтобы крольчиха не услышала. Обязательно используем перчаточку. О, раз, два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В общем, ориентировочно. Так, закрываем. 9-10 где-то штучек. Все пока живые. Надеюсь, что они все и останутся. Вот печат. Можно. Вот они, шевелюхи. Вот их видно. Все, слава богу, наконец-то мы родились. Все. Прикроем их, чтобы было им тепло. Так, как хорошо, что у нас еще немножко тепло сейчас. Заморозки ушли, морозы, снег растаял. Вообще, в общем, это очень хорошо. Сейчас будем как можно больше витаминок ей давать, чтобы она у нас не испытывала никакой нужды. Вот наша мать героиня. Вот такая у нас бабочка. Не зря мы ждали 8 дней. Она у нас все-таки молодец. Все отличненько. Будем наблюдать дальше, как там, чего. Я надеюсь, что все произойдет отличненько. Так, перчатки обязательно всем рекомендую, потому что иначе услышать чужой запах может просто свое потомство забить. До новых встреч. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Давайте как можно больше комментариев, если кому что интересно, мало ли. Буду отвечать. Может, кто-то что-то посоветует. Буду признателен. Спасибо за внимание.